Привет! С вами я, мастер педикюра, и я расскажу вам, как правильно чистить ноги. Ведь всем известно, что в анонимных конкурсах красоты, где видно только ножки, а все остальное скрыто ширмочкой, очень часто в женских номинациях побеждали именно ножки, принадлежащие мужчинам, тайно пробравшимся за ширму. Негодники! Поэтому для поддержания нашего фуд-фетиша в максимально поляционном состоянии тебе, пупсик, как и в любом деле, понадобится правильный инструмент, длинный и твердый. В данном случае педикюрная бритва с карающим немецким лезвием Золинген. Фантастиш. А многие не позволяют себе лезвия, считая их опасными и предпочитая шлифмашины. Но мы же с вами любим ходить по острию. Ставим лезвие и начинаем аккуратными движениями брить наши пяточки. Арас, 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 арас. Арас, арас, не пидарас. Чтобы не порезаться, ножки, конечно же, предварительно нужно распарить. Скр-скр-скр-скр-скр-скр-скр-скр. Пожалуйте, сушеные кальмары к пиву для быдла. Итак, пяточки у нас стали нежными, как у послушника в церкви. Теперь переходим к остальной ступне. Здесь будем использовать обычные тюрки, ёпта. Вот такой маленькой, как твой анус, можно аккуратно пройтись между пальцами. Ну а всю поверхность ступни обрабатываем вот такой шлепалкой для попки с приклеенной наждачкой. Как видим, аж стружка летит, разве что дым не идет.
В результате нашего упорного труда мы получаем вот такую вот фи. А ведь мы носили всю эту дрянь на своих лапках. Именно в этой старой коже и живут те самые бактерии, ей питающиеся и производящие на таком пиршестве просто огромное количество длинненьких какашек, которые и вызывают вонь ног. Так что педикюра должен приходить не только летом, но и зимой. Особенно зимой. И не забываем, что во время всей этой процедуры должен быть плотно вставлен массажер простаты. Подписывайтесь на мой бьюти-блог.